давней Христовой праведницы, святей богатцы Иакиме и Анну, предстоящей небесному престолу великого царя и велие дерзновение к нему имущей, яко от преблагословенное чере ваше, Пречистая Богородице и Преснодевы Марии, воплотитесь изволившим к вам яко многомощным предстателем и усердным о нас молитвенником. Прибегаем мы, грешни и недостойни, молите благость Его, яко да отвратит от нас гнев свой. По делам нашим праведно наны движимый, и да бесчисленное прегрешение наше презрев, обратит нас на путь покаяния и на стезе заповедей своих да утвердит нас. Даже молитвами вашими в мире живот наш сохраните и во всех благих благое поспешение и спросите. Вся я же к животу и благочестию потребное нам от Бога дарующее, от всяких напастей и бед, и напрасной смерти, предстательством вашим нас избавляющее, и от всех враг, видимых и невидимых защищающее, якода тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. И така в мире временное сие житие пришедшее, вечно достигнем покой, и деже вашим святым умолением да сподобимся небесного царствия Христа Бога нашего. Ему же со Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.